Moskva vilayətindən səfərbərliklə orduya çağrılan və Ukraynaya göndərilməyə hazırlaşan çağırışçılar hazırlıq səviyyəsindən onlara verilən ləvazimat və geyimin keyfiyyətsizliyindən narazılıq edərək etiraza qalxıb. Çağırışçılar lazımı təlim keçmədiklərini, mənasız yerə vaxt itirdiklərini və tez-tez dəyişən zabitlərini tanımadıklarını deyib. Я тут снимаю. Да, пускай стоят, да. Родина, в лице представителей Минобороны, там шопы, требует, чтобы мы одевали одинаковые шмотки. И ничего более. Почему нет уровня должной боевой подготовки? Почему у нас, мы один раз прошли строем, выявили диверсантов в лесу. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы сами скинулись и купили тепловизор, который стоит порядка 100 тысяч. Почему мы должны покупать все машины народы? То все, почему нет? Нам говорят, в армии это не положено, зимние берцы не положены, а офицеров положены. Чем они лучше, чем мы? Или мы разные армии служим? Это разве подготовка? По 15 патронов стреляем мы, а потом стреляют дети офицеров. Это подготовка? Вы должны стрелять до 4 часов, мы по ПХ, блядь, бегаем на 5 рубежей, чтобы все успели стрелять, а потом стреляют дети полковника. У них не нормированный день, да? А для нас нормированный. Мы по 20 раз стреляем воображаемого противника. Может быть, мы сядем на полях в наши огонь, которые мы нарыли, отметим воображаемую победу, не пильнемся и пойдем тогда? Так что ли делать? Ну не пойму. Я выражаю мнение всего коллектива в данный момент. Абсолютно не стесняясь. Можем письменно подписать. Давайте письменно, мы каждый напишет. Я не знаю, я вас не видел ни разу. Каждую неделю меняетесь. Когда снайпер получит снайперские винтовки, кто-нибудь даст Савчик? Почему у человека в военном билете написано снайпер, а винтовку он еще не видел? Хотя вот в этой армии вооружает. Мало того, что винтовки Лобаева, плюс СВЧ уже выходит в войска. Мощник еще выдали бы, да? Что СВД не видел. Он даже на картинке здесь не видел. Не проводится с ним ни тренировки, как должен работать снайпер.